Ну, потеряешь. Я у Игоря на таку. 502 квадратных метра, а то... Ну, кратко. КамАЗы приехали, грузят. Продаю. Речка, храм рядом. Добрый день. Откуда покупатели? Фирму назвать, что? Да нет, хоть фирму, хоть так, местность, район там или сами вы. А, я сам родом? Нет, нет, это покупатели. Я перевожу груз просто. Перевозите? Ну. Вы его как, продаете или просто перевозите? Продаем. А почем? По 6 с чем-то рублей. Килограмм? Да. Понятно. Сейчас депутат подъезжает. Видимо, не один, тут делегация целая будет. Я так не понял, вы, я спросил это, вы откуда приехали-то? Я сам с Подстёпного, повезу на Алейск. Женю Долгова знаете? Да. Ну, прекрасно. Передавайте да, пожелания добрые. Хорошо. Мы очень хорошо знакомы. Он помогает нам грейдерам. Вот школу дрова готовят, видите, тополевые, кленовые. А школа неизвестно, будет или не будет. Говорят, закрыть. Говорят, филиал Корчинский был все время. А в крае посмотрели, никакого филиала и нет. То есть считалось как Корчиной, ну и зарплату как Корчинский учитель получал. Непонятно это, как так? И с какой это целью бы они так делали? Шесть с половиной.
Вот так. Все, пока.